Все, товарищ. Молодец, молодец. Погнал! Давно погас, вешу тебя во сне, я весь во сне. Меня здесь нет, меня здесь нет, я на коне. Не знаю, как это назвать, понимаешь свою магию, сколько это было, сколько я об этом говорил, это и будто мой чип-пост был как труп по Америке, плывет ночью в час ночи, понимаешь, я одиночка, как волчит, мол, как этот ветер, я зашел в твой дом, ты не заметил, я зашел с ножом, здесь нету маты, понимаешь, я стреляю в тебя из автомата. Пэм, 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 ты уже на полу. Я тебе покажу эту яркую луну. Оно видит как солнце. Я похож на какого-то незнакомца. Ты сел на велик, покажи свой гелик. Включи свой телек, понимай, там ничего нету. Как будто крутится планета вокруг своей оси. Эй, пацан, слушай, не рамки. Посмотри на меня, посмотри на себя. Ты проиграл, эй. Есть что сказать, можешь подойти, можешь зачитать. Девушка, которая бежит, есть что сказать, но домой торопится. Ладно, такая-то тема на улице прохладная. Хулиган, наверное, на ПДВшной майке. Тельняшки, не важно, как это называть. Если парки Горького есть что сказать, можно зачитать. Реально про людей, можно про дома, можно что сказать, тебе не лень. Сколько стоит шарума или доширайки? 120 рублей, это дорого так. Владимир Путин нас сегодня повяжут. Не хочу платить налоги, да, это вот важно. Ребята проходят воздушные шары. Мы видим возле кукурузы, да, они не одни. Тема продолжается и очень долго. Слава полегу пацанами, это очень клево. Наверное, чувак очень быстро пробегает. И по этой тебя движухи мусора точно узнают. Не будет здесь материться. Здесь вроде бы Москва и культурная столица. Пьяные, нормальные, укуренные лица, неважно. Теперь вернем обзор. Минобороны, вроде бы все ровно.